Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для завтрака приготовим вкусную запеканку творожную. Особенно летом, сезон ягод, будет очень вкусно и актуально. Для этого нам понадобится 4 яйца, 100 грамм сахара, 350 грамм сметаны, 800 грамм творога, у меня 9% и 5%, 4 столовые ложки манной крупы и пачка ванильного сахара. Все, приступаем к делу. Хорошенько взбиваем яйца с сахаром. Погнали! Я сахар добавляю 100 грамм. Я не люблю сладкую запеканку. Если вам нравится послаще, можете добавить больше. Или наоборот, поменьше. В два приема добавляем наш творог. Можно добавить щепоточку соли. Дальше добавляем нашу сметану, манную крупу и ванильный сахар. Мои дети любят классический вариант запеканки. Вы можете сюда добавить изюм, орехи. У меня форма стеклянная, диаметром 23 на 28. Я смазала ее сливочным маслом и сейчас добавляю нашу творожную массу. Ставим разогретую на 170 градусов духовку на приблизительно 40-45 минут. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересного.